Привет, вы на канале Device. Поговорим сегодня о материнской плате от компании Gigabyte, модель B365 HD3. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Комплект апгрейда Wi-Fi предлагает простой способ обзавестись более быстрым гигабитным подключением Wi-Fi без необходимости обновления до совершенно новой системы. Материнская плата адресована энтузиастам, которые практикуют применение M2 технологических решений с целью раскрыть весь потенциал системы, так как на плате распаян NVMe PCI-Express Gen 3 X4 2280 M2 коннектор, up to 32 гигабита в секунду. Плата поддерживает новейшую технологию Intel Optane. Модули Optane расширяют возможности применения устройств хранения данных, функционируют по принципу кэш-накопителя и обеспечивают прирост быстродействия дисковой подсистемы по сравнению с типовыми жесткими дисками. Высокоскоростной гигабитный LAN с автоматическим распределением полосы пропускания Realtek 8118 – это высокопроизводительный и удобный сетевой чип для игровых компьютеров с автоматическим распределением полосы пропускания для обеспечения самого высокого сетевого приоритета игры или приложения. Он может предоставить пользователям наиболее полные функции и самый быстрый и плавный интернет-доступ. Конфигурация видеоподсистемы на базе нескольких графических плат обеспечивает наилучшую производительность, к которой стремятся энтузиасты компьютерных игр с целью добиться максимально возможной частоты смены кадров без ущерба для быстродействия на высоком экранном разрешении. Технология виртуальной реальности, VR, требует от системы большей, чем Full HD графика производительности для гарантированной смены кадров с частотой не менее 90 кадров в секунду. Материнская плата предоставляет возможность в полной мере оценить преимущества VR-технологий и позволяет приобрести уникальный опыт, сопоставив виртуальную реальность с реальной действительностью. На плате распаяны аудиоконденсаторы high-end класса. Такие компоненты позволяют с высокой достоверностью воспроизводить генерируемый сигнал, обеспечивая великолепное звучание и реалистичные спецэффекты в играх. Материнка оснащена защитой от звукового шума, которая существенно отделяет чувствительные аналоговые аудиокомпоненты платы от потенциального шумового загрязнения на уровне печатной платы. Световая LED-полоска на плате визуально показывает разъединение слоев PCB. Экранное разрешение 4К – это следующий этап в технологической цепочке обработки и преобразования HD-контента, который оперирует 4000 пикселей по горизонтальной оси, более чем в 4 раза превышает ныне действующее типовое значение этого параметра, обеспечивая непревзойденную четкость изображения и потрясающий реализм. Материнка обеспечивает полноценную поддержку 4К разрешения средствами интегрированной графики Intel HD Graphics и HDMI интерфейса. HDMI – High Definition Multimedia Interface – это мультимедийный интерфейс высокой четкости, который обеспечивает одновременную передачу видеоконтента со скоростью до 5 гигабит в секунду в рамках базовой спецификации HDMI 1.0 и 8-канального HD аудиосигнала по одному кабелю. Среди преимуществ HDMI интерфейса – возможность передачи видео и аудиокомпонентов без сжатия и передача цифрового контента в формате Full HD 1080 пикселей без потери качества. Отсутствуют потери на операциях аналогово-цифрового преобразования сигнала, характерные для интерфейсов предыдущего поколения. Интерфейс HDMI совместим с функцией HDCP – High Bandwidth Digital Content Protection, которая обеспечивает защиту цифрового контента при воспроизведении дисков Blu-ray, HD-DVD и некоторых других форматов, распространяемых на защищенных носителях. Энергопотребление ПК должно находиться на определенном уровне, когда он находится в выключенном режиме, режиме ожидания или в состоянии покоя. Благодаря программно-аппаратному комплексу и точной настройке BIOS, материнская плата способна обеспечить более низкое энергопотребление в режиме ожидания и в полном объеме соответствует стандартам, выработанным Калифорнийской энергетической комиссией для изделий с малой мощностью и высокой эффективностью.
Задняя панель разъемов включает в себя один порт DSAP, один порт DVI-D, один порт HDMI, 4 порта USB 3.1, 2 порта USB 2.0, одну сетевую LAN-розетку RJ45, 6 разъемов аудиоподсистемы и один разъем PS2 для клавиатуры мыши. Для защиты от электростатики в материнских платах Gigabyte применяются микросхемы, запас прочности которых в 3 раза выше типовых ES. Это помогает надежно защитить материнскую плату и ее компоненты от повреждений, вызванных статическим электричеством. Материнские платы Gigabyte также оснащены специальными микросхемами, которые обеспечивают защиту материнской платы и ПК в целом от перенапряжений и превышения мощности в случае перебоев с электропитанием. Насладитесь качественным HD-изображением на дисплеях и телевизорах с интегрированными на плате цифровыми видеоинтерфейсами. Благодаря функции Smart Fan 5 пользователи могут быть уверены в том, что их игровой ПК будет функционировать в наиболее благоприятном температурном режиме без ущерба для производительности. Благодаря термодатчикам, размещенным на материнской плате, средствами Smart Fan 5 можно контролировать работу каждого вентилятора. Выбирайте тишину. Когда температура опустится ниже заданного значения, функция Fan Stop выдаст команду «Остановить» указанный вентилятор. Средствами встроенных датчиков отслеживается текущая температура и определяется момент остановки крыльчатки конкретного вентилятора. Функционал Fan Stop и персональные настройки доступны пользователю в полном объеме. Установите полный контроль над системой жидкостного охлаждения. Функция Smart Fan 5 за считанные секунды предоставит исчерпывающую информацию о скорости потока средствами датчика, подключенного к гибридному фен-разъему. Станьте повелителем собственного ПК. Все гибридные фен-разъемы могут автоматически определять тип подключаемого устройства, вентилятор или помпа, и предусматривают возможность выбора режима PWM или Voltage. Сделайте ПК по-настоящему персональным, выбрав предпочтительный цвет светодиодной RGB линейки. В общей сложности доступны 7 цветов, которые помогут придать вашей системе уникальный облик. Назначение одних и тех же контактов разъема для подключения светодиодной RGB ленты к системе зависит от производителя конкретной модели. Приложение RGB Fusion поможет переназначить контакты для наилучшей совместимости ленты с вашей платой. Сохраняйте, экспортируйте и импортируйте профили, получайте мгновенный доступ к эффектам на основе ваших предпочтений и делитесь этим с другими. На материнской плате работает уникальная технология Gigabyte Dual BIOS, призванная обезопасить одну из важнейших составляющих системной платы – BIOS. В рамках технологии Dual BIOS на материнке установлены две микросхемы BIOS – основная и резервная. Этот тандем надежно защищает микрокод BIOS от вирусных атак, аппаратных сбоев, вызванных выходом из строя компонентов ПК, некорректных действий пользователя, допущенных при оверклокинге, а также от бросков напряжения в сети в процессе обновления BIOS. Соединения серы в воздухе могут воздействовать на планарные компоненты, в частности резисторы, создавая химические соединения, способные вызвать короткое замыкание. Если это произойдет, материнская плата не сможет функционировать. Устанавливая резисторы, устойчивые к воздействию окислов серы, компания Gigabyte предлагает качественно новый уровень защиты Ultra Durable своих изделий. Центр приложений Gigabyte App Center предоставляет мгновенный доступ к фирменным приложениям Gigabyte, которые помогут получить максимальный эффект от эксплуатации материнской платы. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет выполнять запуск всех приложений Gigabyte, установленных в системе, проверять и уведомлять в режиме онлайн о доступных для загрузки обновлениях, загружать актуальные приложения, драйверы и BIOS. Утилита 3D OSD автоматически идентифицирует и выводит на дисплей информацию о системе одновременно с активным игровым приложением, что позволяет наблюдать и анализировать данные, не переключаясь между экранами утилиты на рабочем столе и приложения. Gigabyte System Information Viewer SIV – одна из ключевых функций, которая осуществляет мониторинг и информирует пользователя о текущем состоянии системы. Мониторингу, в частности, подлежат системные часы и процессор, скорость вращения вентилятора под управлением заданного профиля, системные оповещения о превышении температуры или соответствующая запись в системном журнале. Все эти и другие параметры отображаются в соответствующем окне интерфейса обозревателя информации о системе.
Я почитал отзывы в интернете пользователей этой материнской платы и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Один слот PCI-Express перекрывается видеокартой. Тонковатый текстолит платы. Но, безусловно, есть много и положительных отзывов. Поддерживает 9-е поколение процессоров из коробки. Радиатор на MOSFET. 4 слота под оперативную память. Wi-Fi кит, можно без проблем проапгрейдиться. Если вы уже обладатель этой материнки, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на мой канал. До встречи в следующих обзорах, подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Девайс, скоро увидимся.